Ты мужик. Остальное фигня. Александр Сергеевич Пушкин. Ну что, мне вас нечем порадовать. Ваша машина находится в розыске. Будем разбираться. Теперь чуть-чуть страсти добавьте, возьмите себя ручками за грудь. За грудь, да и сожми. О, прекрасно. Ну где, например, находится эта Гонолулу? В восточном полушарии. Да что вы, в восточном полушарии. И показать сможете. Мужики, вы что? Ну что, как там? Ну что, мне вас нечем порадовать. Ваша машина находится в розыске. Будем разбираться. Как в розыске? Ну что же нам теперь делать? Сколько же это времени-то займет? Не знаю, часов 7, не меньше. Сколько? Блин. Так хотел к твоей маме заехать. Так хотел. Все, не переживай. Что теперь сделаешь? Так вышло. На такси доеду. Правда? Да. А все. Тебе денежки есть? Все есть. Давай. Аккуратно. Аккуратней. Спасибо, командир, выручил. Прикиньте, Спартак Динамо играет, этот Мигер меня на дачу к теще тащит. Сегодня Спартак Динамо? Ну да, сегодня Спартак натянет этих динамовцев. Ты че? Ты ошибаешься. Это динамовцы сегодня впендюрят этим спартаковским. Чего? Какой-то гребаный Динамо великому Спартаку. И не смеши меня. Будьте добры, мне ваши документы. Андрей Евгеньевич, ваша машина находится в розыске. Пройдемте, пожалуйста, для составления протокола. Командир, ты что, в каком розыске? Мы же договорились. Разберемся. Командир, пошутили и будет, ну хватит, ты че? Так, замечательно. Улыбаемся. Супер. Так, а теперь чуть-чуть страсти добавьте, возьмите себя ручками за грудь. За грудь, да, и сожми грудь. Прекрасно. Класс. Какие мои шарики, отлично. Замечательно. Так, а теперь знаешь что? А теперь прогнись, как кошечка прогнись, да? Ой, замечательно. Так, а теперь еще попробуй. Садись на стульчик. Больше секса в глазах. И прогнись вот так. Да, больше страсти, больше эмоций. Замечательно. Да. А знаете, я вообще-то на паспорт пришла сниматься. Вы не уверены, что... Девушка, знаете, что я вам скажу? Вам с такой фигурой паспорт нахрен не нужен. Так, давайте сейчас повернитесь на меня повернитесь попочкой на меня и прогнитесь. Прекрасно. Замечательно. Все, Виктор Николаевич, теперь у нас на один шест меньше будет. Отопительный сезон начался. Сегодня еще Наташа на морально-волевых доработает. Завтра все. Жаль. Сколько нам эта труба за лето денег принесла. Черт. Ну, ничего не поделаешь, отопительный сезон. Ух,
быстрее уже, алкаши! Эдисон, ну подожди, ну помилуй, не можно! Вова, Серега, я вообще не успеваю, ну блин! Подожди! Слушайте, вы просто животные! Мы рыбники. Давай, давай, давай. Ну, Марья Степановна, вы же бухгалтер, а не стриптизерша. Проходите вон за ширмочку. Вот зато и раздевайтесь. Да-да-да, идите. Да что вы, вас точно полушарики, и показать сможете. Здравствуйте, давайте карточку. Карточку давайте мне, да? А сэм, проходите вон за ширмочку. Вот зато и раздевайтесь. Да-да-да, идите. Да-да-да, вот за ширму, не стесняйтесь, раздевайтесь. Ну что, выходите. Я, пожалуй, посмотрю. Ну, вас-то точно лечить буду. Так, вот вы. И вы. Вы здорово одевайтесь. Ну, а вы тем более. Одевайтесь. Знаете, я тут что подумал. Лечиться вы будете вместе. Доктор, понимаете, я никак не могу склонить ее. К оральному сексу. Ну, мы давно вместе. А она не замечает моих намеков. Я делаю, она не замечает. Понимаете, это очень деликатный момент для всех пар. Здесь главное найти правильные слова. Да, алло. Да, Тамара Ивановна. И что вы мне хотите сказать? Да меня не интересует, что у вас там происходит. Время было предостаточно, нужно успевать. В противном случае вы рискуете остаться без премии. Или вообще можете искать себе новое место работы. Извините. Здесь главное найти правильные слова. Ага. Спасибо. Да-да. Здравствуйте, доктор. Добрый день, проходите. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. Доктор, это вам. О, спасибо, не нужно было. Ну, спасибо вам, доктор, что вы-то. Ваш совет мне очень помог. Все получилось с первого раза. Прекрасно, прекрасно. Ну, и что же вы ей сказали? Ну, как вы и учили. В противном случае вы лишитесь премии. Или вообще ищите себе другое место работы секретаршей. Вот так. Ha ha ha.
На чем вы смеетесь? Просто в прошлый раз я подумал, что вы о своей жене говорили, а вы о секретарше. Вот, вот. А теперь давайте решать эту проблему с женой. Но предупреждаю сразу, окрик здесь не поможет. Марья Степановна, я, конечно, понимаю, что вчера у нашего стриптиз-бара был день рождения. И мы устроили корпоратив. Но, Марья Степановна, вы же бухгалтер, а не стриптизерша. Ну зачем вы на шест-то полезли? Петр Сергеевич. Ну, бывает, знаете, бывает. Как ты так расслабилась? Расслабилась? Да. Ну, а что нам теперь с этим делать? Ну что ж, на лекциях я вас в упор не видел. Видимо, вы настолько хорошо знаете предмет, что не считали для себя обязательным посещать мои занятия. Вам должны были позвонить из деканата. Я же пропускала по уважительной причине. А, ну да, ну да, конечно. Вы были в Гонолулу на последнем конгрессе ООН «Помощь голодающим». Ну, или что-то не менее важное. Скажите честно, Качалкина, ну хоть что-нибудь вы знаете? Ну где, например, находится это Гонолулу? В восточном полушарии. Да что вы, в восточном полушарии. И показать сможете. Показать? Показать. Показать! Очень любопытно. Может быть, Гонолулу действительно находится в восточном полушарии, чем черт не шутит. А что у нас тогда находится, мама дорогая, в западном полушарии? А в западном Катманду, профессор. Ну что, зачет? Зачет, зачет. Подождите. Давайте унесемся от бренной земли. Что вы знаете про полушарие Юпитера? Я знаю, что полушарие Юпитера массивнее земных. Ну что, профессор, зачет? Зачет, плюс 100-500. 5 баллов. Что вы знаете про планету Марс? Я знаю, профессор, что там находится марсианская впадина. Но марсианская впадина, профессор, это уже не зачет. Да-д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 а. Я знаю, это экзамен за семестр.
два семестра. Пусти, а. Я просто попросил ее налить мне вискаря. Понимаете, если я встречаюсь с парнем, и первое свидание, ну и хочется, чтобы было и второе. Очень хочется второе свидание. Да. Отпусти меня, я тебе сказал! Так, мужчина, успокойтесь. Отпусти! Мужчина, почему вы ударили нашего бармена? Да потому что он... Послушайте, вы уже 20 раз называете его... Вы можете успокоиться и объяснить, почему он... Все, успокойся, отпусти, а! Я просто попросил его налить мне вискаря. Так этот своими выкрутасами вот этими три пузыря разбил. Сколько? Три! Три? Три? Ах ты мой. Коллеги, у нас небольшая беда. Наша операционная медсестра сегодня приболела, но это ничего. Ее будет замещать наша новая медсестра, моя помощница Светочка. Светочка, познакомься. Это Григорий Леонардович, наш лучший хирург. Григорий Леонардович, отнеситесь с пониманием. Светочка, прошу. Приступим. Скальпель. А что это? Это такой маленький ножичек. Зажим. А это что? Рядом со скальпелем. Что-то вроде больших ножниц. Быстрее! Открылось кровотечение в плевральную полость. Света! Отсос! Не буду. Что не буду? Не буду делать отсос. Света, это совсем не то, что вы подумали. Отсос — это такая никелированная трубочка. Скорее! Мы теряем его! Ай, ну все так сложно. Давайте лучше отсоса. Да вы что, с ума сошли, что ли? Доктор! Не мешайте ей. Пусть делает. Пусти! Пупырик взял! О, Михалыч, даже огурчики осталось, а? Ах ты ж морда фашистская. Мужики, вы чё? Это я, Михалыч. Да и это...
Мужики, вы чё? Вы чё, мужики? Решайте! Да вы чё, мужики? Вы чё, Михайлович? Вы чё? Подскажите, пожалуйста. Да. Подскажите, как я выгляжу? Отлично. Вам очень идет. Спасибо. Понимаете, я сегодня встречаюсь с парнем, первое свидание, ну и хочется, чтобы было и второе. Понимаю. Очень хочется второе свидание. Да. Минуточку. Минуточку. Вот. Вот теперь у вас точно будет второе свидание. Сто пудов. Спасибо. Блин, не думал, что он не такой здоровый. Воу! Ну тут точно на яму можно. Ну, конечно. Давайте на яму. А вы точно? Да, я точно. А на сайте знакомства выглядели по-другому. Так нормально?